Заменить в зефире могут даже главный ингредиент – яйцо. Использовать не цельное яйцо, которое нужно разделять, мыть в процессе технологического производства, да, а использовать, например, меланж, да, сухие яичные продукты или сухой яичный порошок, да, для взбивания яичный белок. Конечно, меланж или сухой яичный белок – это не вредно, но и пользы в них тоже никакой. Безусловно, в сухом яичном порошке, на мой взгляд, меньше сохраняется каких-то полезных питательных макроэлементов.